Международные наблюдатели ОБСЕ Петр Йенсен и Фарах Карими посетили избирательный участок номер 1324 в здании Кыргызско-Российского Славянского университета имени Ельцина в день выборов депутатов в парламент. По словам наблюдателей ОБСЕ, международные представители в том числе наблюдают за способностью избирателей разобраться в измененном процессе голосования. На этих выборах присутствует более 300 международных наблюдателей из различных стран. Пока слишком рано говорить о том, как все выглядит. Однако избирательные участки, которые мы посетили, открылись вовремя. Там присутствовали избиратели, условия для голосования были созданы. Представители ОБСЕ отметили, что о полноценном впечатлении от выборов говорить пока преждевременно. В вашей стране был изменен процесс голосования, и в этой связи мы внимательно наблюдаем за способностью избирателей разобраться в этом. Все ли им понятно, видят ли они разницу между бюллетенями, как они с этим справляются. Я думаю, что мы выскажем свое полное мнение завтра, когда сможем составить свое впечатление. В целом же отмечается, что власти смогли обеспечить честные выборы, правопорядок и безопасность во время всего выборного и предвыборного процесса. Для того, чтобы представить свои выводы по итогам парламентских выборов в Кыргызстане, международные наблюдатели проведут пресс-конференцию завтра в понедельник. Джибека Барбекова, Бигджан Назаралиев, Алатом 24.